שלום עליכם, שיהיה דברי תורה לנשמת כהן יצרים ובכלל אמר מרדכי בן תמר, הצלחת עם ישראל ורפואת עם ישראל ורפואה שלמה לחיה רחל בדרכה יפה וגם חיה אסתר בת תמרה, הצלחה ורפואה שסיימו יברי סמון הרודו, רפואה שלמה, פרדז'יים, זקוני תפילין. Вчера мы сказали, что парашиот мы пишем по порядку. Также говорит Аллаха, что каждая буква должна быть написана по порядку. Поэтому человек, который пишет тфилин или мезузу, если он сделал ошибку, он может эту букву стереть и на ее месте написать правильную букву. Но если написал дальше, то не может стереть эту букву, которую он написал до этого. Должен стереть всю линию, исправить эту букву и снова всех писать по порядку, как они записаны в Торе. Но если там написано имя Всевышнего, тогда уже ничего не остается делать. Имя Всевышнего стирать нельзя, поэтому этот тфилин уже будет пасуль. Дальше. Есть два мнения относительно того, какой тфилин писать в начале, для руки или от головы. По одному мнению, нужно писать сначала от руки, потому что написано в Торе «Юля от Алиятха, ультутафот бененеха». Сначала в Торе написано «Сделайте, поставьте тфилин на руку, потом на голову». А Зоар уже, Зоар говорит, что так как святость тфилина от головы намного больше, чем тфилина от руки, поэтому сначала нужно написать тфилин от головы, а потом от руки. По Аллахе мы идем по первому мнению. Кто хочет второе, может делать второе мнение. Это все, опять же, не задерживает тфилин. Изначально человек должен решить для себя, как он хочет, сначала для руки или сначала для головы. Следующая Аллаха. Каждая буква в тфилине должна быть окружена кожей, пергаментом, на котором она написана. Поэтому, если две буквы прилипли, тфилин не кошерный, потому что нету вокруг них пергамента. Или в конце, если буква доходит до конца этого пергамента, и не осталось там ничего, тогда тфилин тоже будет не кошерный, нужно будет его исправить. Это в зависимости от того, есть там буква, вид буквы или нету, когда-то можно исправлять, когда-то нельзя исправлять. Все нужно отнести к правильному соферу. Дальше. Аллаха говорит, что нужно писать ктиватама, то есть софер, который пишет, и мы стараемся найти тфилин, который написан четко и ясно. Чтобы каждая буква была, имела все свои части. Даже буква йод, у которой есть крючок здесь, и крючок здесь, и крючок там. Каждая четко и ясно должна быть написана, чтобы никакой части буквы не было в нехватке. Дальше Аллаха говорит, если софер не может писать прямо без того, что он расчертит линии на этой коже, то имеет право расчертить линии на этой коже, хотя бы одну. Но мезуза, человек, который купил мезузу и нету там линий, то эта мезуза не кошерная. Мезуза, Аллаха, Моше, Мисинай, там должны быть вот эти прочерченные линии. На этих линиях же они и пишут. На тфилине, на этих линиях. Эта линия помогает, чтобы они были красивые, чтобы они прямо были. Писали их прямо. Дальше. Человек, который софер, он пишет, он делает все правой рукой, он обязан писать свой тфилин правой рукой. Любой тфилин. Даже если он может писать двумя руками, должен писать тфилин правой рукой. Если такой софер написал тфилин левой рукой, и еще красивее, чем он пишет правой рукой, тфилин пасуль. Если другого тфилина нету, то этот тфилин надевать нельзя. Если есть другой тфилин, то нужно надеть другой тфилин, и этот тфилин пасуль, если есть другой тфилин. Дальше. Откуда знаете, что он левый написал или правый? Правильно. Поэтому это все зависит от его ират шамаим, от страха перед Богом, и у кого покупается тфилин, должны знать, у кого он берет, у ират шамаим или нет. Дальше. Человек, который левша, его левая рука считается правой рукой, его тфилин кошерный, но опять же желательно, чтобы тфилин был написан человек, который правша и правой его рукой. Главное, чтобы он правша должен быть сюда. Да. Дальше. Желательно. Дальше говорит Аллаха. Аллаха говорит, что когда мы пишем сефер Тора, тфилин и мезузот, буквы должны быть написаны. То есть человек, если капнул чернилами, и получилась буква, четко и ясно, этот тфилин не пасуль, потому что буква должна быть написана человеком, а не образоваться сама по себе. Перед тем, как софер начинает писать, должен сказать, что вот я пишу во имя святости тфилина. Ани котев лешем кдушат тфилин. И потом начинает писать. Если он не сказал этого, а только подумал, этот тфилин будет пасуль.
И также, когда он пишет имя Всевышнего, Ютке и Вавке, другие имена Всевышнего, когда он пишет, «Ани котев лешем кдушат шем ашем». Я пишу во имя святости имени Всевышнего. Но если он только подумал, есть, который разрешает это в крайнем случае. Но желательно не делать так, чтобы Софер говорил, как надо, когда надо. Баруха Донай Лаулам, амин ле амин.